Мы все пообедали. В комментариях пишут, что девчонки посудой занимаются. Нет. Пока я не разрешаю им заниматься посудой. Посуда занимается в посудомойке. Да, посудомойка занимается посудой. Всю посуду убираю, как бы мою, и все я. Девчонки молодцы, конечно, они где-то бегают и папе помогают. И дома могут попылесосить. Пол мою я тоже сама, пока им еще не доверяю. У нас Дарина начала посуду мыть ближе к 13 годам. Ну, не надо было. Было кому мыть. А сейчас девчонкам тоже не доверяю, потому что посудомойку я сама составлю. Боюсь, что что-нибудь не так сделает, потом перемывать надо. Успеют еще. Успеют наработаться. Папка тоже пообедал. Сейчас немножко отдохнет, и мы пойдем уже сажать. Конечно, он там уже и деревья все опрыскал, и малину почистил. Но все равно все вздыхает. Блин, плохая малина, плохая малина. Я говорю, ну пусть постоит в этом году, пусть. Привет! Привет! Тома уже готова. Он вас в окошко увидел, быстро переоделась такая. Все. Всем привет! Дариночка приехала. Да. Ой, привет. Они приехали буквально ненадолго. Они сейчас уезжают. Настя повезет Дарину к Алине и заодно заедут. Где-нибудь поищут подружку и отоварят этот сертификат подарочный Алине. Ты привезла сканировать? Печатать? Ну. И заберут они Тому, возьмут они только с собой Тому. Почему не Женю с Сашей? Саша нога болит, хромает, у Жени завтра танцы. Ну вы в субботу ко мне приедете. Ну. Можно? Спасибо. Да, в субботу поедете. А сейчас только одну Тому возьмут с собой. И поедут в город, в Краснодар. Ну, я говорю, Дарину заодно к Алине отвезут. И сходят куда-нибудь развлечься. Не плачьте. Ну, а как пройдет, мы с Фабрицки сходим в игровую. Ну, ну. Сейчас девчонки в телефонах сидели. Сейчас папа пойдет на улицу, Женя с ним. Она знает, что надо папе помочь. Я говорю, надо шторцы снимать. Шторцы снимать. Шорцы. Девчонки хоть снимали бы эти... Шорты. Все, девчонки собрались уже. Тома вещи свои пособирала. Ты куда собралась? Папе помогать. А, Тома тоже готова. Постельное вот, Дарине надо будет поменять. О, Дарина тут была. Иди сюда, солнце мое. Ну, Дарина такая... Мама, наверное, все сама делаешь. Я говорю, ну а что? А пришла, все чистенько, все, посуда помыта, все. Заставляй девчонок. Она всегда переживает, что как ты тут без меня, справляешься ли? Я говорю, все хорошо. Некогда девчонкам помогать. Саша что, с одной ногой будет что-то делать, прыгать? А Женька то на танцы, то в это. Сейчас вот папки пойдет в огород. Так что все нормально. Все, не переживай. Дариночка вот так вот оделась. Настя ее завтра, ну, они вместе поедут, я уже говорила, в торговый центр, а потом ее увезет к Алине. Ну и Дарина, ну, когда сколько побудешь, как надоест тебе, вернешься, Алина тебя на электричку посадит и приедешь. Каникулы у тебя, отдыхай. Только учебники с собой не бери. Я сказала, даже машину я не посажу с ее уроками. Ну, сегодня 7:30 встали. Я, главное, пришла такая, это, приехали, мы Софу отвели. Я думала, ну, полежу часочек, мне вообще тяжело. Она вчера 7:30 за уроки села. Сегодня 7:30 встали, 8 за уроки села. Что такое? Нам просто задали, блин. Я вообще произведу на каникулы, задаю домашнее задание. Кстати, девчонки тоже говорят, очень-очень много очень им много задали. Задали. Мам, зачем? Я говорю, давайте, догоняйте, если чего-то там пропустили.
За 2 дня сделайте уроки, потом отдыхайте. Ну все, все, девчонки. Счастливо вам отдохнуть. Ой, хорошенько там отдохни. Шторцы снимай. Может, у Алины шорты поснимаете. Потом привезешь мне, я в это... Ну, зрители пишут, что Тамара Петровна, снимаете, пусть девчонки снимают коротенькие видео. Можно выкладывать. Ну, не да, знаю. Да, кстати, тоже монетизацию можно ставить. Да, да, есть там монетизация, я знаю. Ну, все, с Богом, дети. Как всегда, у меня миллион стирки. Ну, это потому, что девчонки, например, одели джинсы и бросили. Одели другие джинсы, бросили. Одели спортивный костюм, бросили. Я не могу, когда у них там целая куча всего. Я все взгребаю и в стирку. Не разбираюсь, что один раз одели, что два, что три. В общем, бесконечная стирка. Девчонки на улицу убежали. Саша все равно, хоть ножка болит, все равно не хочет, конечно, она дома сидеть. Стая гуляла, а сейчас не знаю где. Может быть, на качеле качаются. Пока никого нет. Я сейчас все пропылесошу и полы помою. Чтобы очень чистенько было все. И, наверное, сегодня придется делать, наверное, штучки 3 стирки. Потому что, знаете, Вася на джинсы тоже раз постираю. Он, да блин, я их только 2 раза одел. Я все подряд стираю бесконечно. Ну ладно. В общем, буду прибираться. Поставила сушилку. Там у меня джинсы. В общем, детей. Даринины, Васины, мои. Джинсы можно, они потом все равно растягиваются. А у меня вот вопрос. У меня 1 стирка была, сейчас 2, и по идее там еще 3. Но я, наверное, 3 сегодня стирать не буду. Насколько хватит машинки при таком интенсивном использовании? Я стираю каждый день, а иногда 4 раза в день, если у меня постельное белье. Еще стираю куртки, огромные покрывала. И как-то, не знаю, ну сколько ей, 1.5 года. Вот не знаю, наверное, нельзя так использовать. В общем, в инструкции написано, сколько раз пользоваться в день, нет ли? Не знаю. Что вы, пап, делаете? Мы, в смысле, работаем. А, вы это? Ты малину прочистили. Все прочистили? Не холодно да. Тебе? А? Нет. А, вы а это? Это еще вот это. Ветки? Да. Еще успели. Ой, главное с тобой, Саша. Куда вы? А, Саша тут стояла и это. А куда ты потом? Девочка, мам. В компост? Подсохнет, ковида будет. Ну, все сырое. Ну, конечно. Мам, вы видишь, смотри. Угу. Жень, тебе не холодно? Нет. Март месяц все-таки. Пойдемте. Посмотрим. Тома сегодня, смотрите, какой цветочек посадила тут. Ну, Вася ей помог, конечно. Красивый какой. Время у нас уже 6:00 вечера. Побольше подрастет. Солому Вася купил. Будет соломы обкладывать, чтобы, во-первых, влага сохранялась, во-вторых, чтобы ягода на земле не лежала. Вот эту малину Вася сказал, сильно близко посадил, он отсюда ее уберет всю. Ходить невозможно будет. Она высокая вырастает. Куда только, не знаю. А, по-моему, он говорил, вот здесь вот красную смородину будет пересаживать и сюда будет садить. Ну вот, вот такая малина. Вася все обработал. И тут надо будет заново натягивать. Посмотрит, Вася сказал, посмотрю. Что за малинник, если совсем ничего с него не возьмем. Вася сказал, весь уберет. Может быть, купит потом.
или свои пересадит. Вот у нас красная смородина. Это одна. Тут малина торчит. Вторая, третья, четвертая. Это вот все красная смородина у нас тут. Вишня уже совсем распускаться хочет. Листочки. И вот тоже у нас вишни всего две. Вот еще одна вишня. Вот тут была большая старая черешня. Вася ее убрал. Вот, оставил вот эту тоже старую черешню. Но на ней крупная черешня. Хорошая. Вот одна у нас осталась. А тут спилил. Потом надо будет этот пень как-то выкорчевывать. Ну, видите, соседи тоже убирают старые деревья. Новые, наверное, как бы растят. Все равно надо обновлять сад. Он уже старый совсем. Вот это вот тоже груши старые. Что одна, что вторая. Вон тоже груша стоит старая. А это вот не помню, что это у нас тут. У нас все молоденькие деревья посадил. Тут сад сделал. Вот здесь. Тут малина была, Вася все убрал, вот пересадил. А здесь сделал сад. Всем добрый вечер. Сходили родители в магазин. И мы тоже сходили в магазин с родителями. Да, только что пришли. Купили вот такой вот кефир. Платье в горошек. Мама любит. Хлеб черный. Да. У нас много белого, мы купили черный. Мы взяли, давно не видели. Семечки, три пачки взяли. И вот такой арахис. Да. Солью. Моя цена. Помидорки. Помидорки у нас закончились. Это нам мама купила ломтик. Да, мама нам купила. Были три последних, так что один Саша, один мне, а вот этот нам пополам. Она сказала, даже линейка измерит. Груши вот такие, три штуки. Ну, мы так-то не едим почти груши. Я люблю груши. Мандарины очень. Мандарины. Надеюсь, что без косточки. Я не люблю с косточками. А, яблоки вот такие вот. Я люблю их чистить всегда. Вот это не ем. И нам же не растишки. Нам вот такую растишку. Три кота. Люблю смотреть. Вот. Вот такой у нас обзорчик получился. Сейчас мы будем кушать растишку. Ой, пить растишку. И ломтики есть. Да. Всем пока. Девчонки поиграли на музыкальных инструментах. И все, у нас время уже 20 минут 10. Сейчас девчонки немножко посидят в телефонах и уже будем тоже закругляться, ложиться спать. Так все, остались мы, Женя, Саша и мы с папкой. В субботу и они уезжают. Остались в один одиночек. Одни одинешеньки. Ура, ура. Всем пока. Всем пока-пока.